dvhub.ru. На Лане. Сегодня проходил открытый чемпионат Хабаровского края и первенство Хабаровское по мотоциклетному спорту. Ну, дисциплина мотоспорт, а это был мотокросс. Мотокросс – это гонки по пересеченной местности, чем мы убедились. Овраги, ямки нам подавай, но не асфальт. Кто принимал участие? Значит, классы были от 5 до 55 лет, это участники, а класс 50 мальчик был начинающий, класс 65 до 12 лет, класс 85 до 14 лет, мужчины класс 125, мужчины класс 500, класс ветераны, класс хобби. Вот такое, такой состав участников. Откуда были люди? Ну, представляли, большинство было из команды политехник. Тогу – это почти что единственная команда в крае, где занимаются детьми, где есть команда. И до 55 катается. Самбурский Юрий! Ура! Неизменный представитель первого места. Где? А где батя? Второе место дает Константин. Иди. А третий кто? И третье место занял ветераннейший парень Валера Отрега. Красавчик. Ветеранище прям. Он мне денег должен. Парни, дайте сфотографирую вас сейчас. Да. Первое место, наверное, Тогу номер один команда. Второе место, Тогу номер два. Третья Амурская область. Пусть на мини места. Скажите, что это за дети? Что вы сегодня делаете тут? Меня зовут Александр. Ну, мы вот провели второй этап чемпионата города Хабаровска, Хабаровского края, подготовили трассу. Это вот наши воспитанники, наше будущее мотокросса. Ну, заняли наши первое, второе, третье место. Молодцы. Собираемся сейчас вот на Приморье, на Кубок ДФО России, на первый этап. А, на второй этап, потому что первый проходил в Сахалине. У нас нет возможности съездить на Сахалин. Вот поедем на Большой Камень для второго этапа России. Еще подскажите, какие вот сегодня особенности трассы, возможно, было? С чем дети сложнее всего справлялись? Ну, в принципе, трасса наша, как бы сказать, мы на этой трассе тренируемся. Для них единственное, ну, трамплины, так как они еще маленькие, трамплины для них достаются тяжело. Но я думаю, что на будущее мы научимся прыгать трамплины, и будет у нас все хорошо. А так у нас трудностей никаких. dvhub.ru